А ты знал, что если ты успеешь поставить лайк за 3 секунды, тогда ты будешь самый счастливый, считаю. Раз, два, три. Наверное, каждый из вас знает, кто такой Хаги-Ваги. Если нет, тогда добро пожаловать в игру Poppy Huggy Run It's Playtime. По данной игре вышло масштабное обновление, ребятки. Смотрите, что здесь есть. Крутое оружие, но также крутые скины нашего Хаги-Ваги, которые мы, естественно, с вами пооткрываем. Также были добавлены награды. Давайте мы заберем нашу первую награду, а также миссии. Ну что ж, давайте тогда, ребятушки, будем выполнять уже нашу наконец-то первую миссию. И, в принципе, мы с вами, смотрите, какую толпу Хаги-Ваги собрали, ребят. Очень крутая у нас получилась команда. Ну, естественно, нашей армии намного больше, чем армии противника. Поэтому мы с ними сейчас с легкостью расправимся. Это будет вообще без проблем. Разбиваем врата. 50 монет, 100 монет, 200 монет. Ребятушки, неплохо мы с вами заработали. И на 20%, ребятки, мы открыли себе следующий скин. Так, стоп. То есть мы можем его либо вот так вот открыть, либо же просто купить за сколько? За 1600 монет. Я думаю, что, ребятки, мы будем с вами покупать наши скины, но также мне нужно еще прокачивать нашего Хаги-Ваги, потому что если он у нас не будет прокачан, тогда мы не сможем с вами уничтожать наших противников, а их с каждым разом, наверное, будет становиться, ребятушки, все больше и больше. Да, вот это, конечно, прикольная, ребятки, игра. Вот меня разработчики не перестают удивлять. Они могут всунуть Хаги-Ваги вообще в любую игру. Если вы знаете, ребятки, если вы играли в игрушку Join and Clash, то вы понимаете, что эта игра, она частично похожа на ту игру. Так, окей, у нас есть 1000 монет, у нас есть первая выполненная миссия, а также, ребятушки, я вижу, что здесь еще какие-то дополнительные плюхи имеются, вот как бомбочки какие-то. А это значит, ребятушки, что данная игра намного круче, чем Join and Clash, поэтому обязательно смотрите этот видосик до конца, мы с вами еще подобрали какую-то бомбочку, и это наш первый босяка. Так, а, вот, смотрите, как нужно ее применить. Так, бросаем ее вот на этого паренька. И все, он готов, мы его, ребята, с вами уничтожаем. Неплохо. Ну а это, я так понимаю, у нас бонусная миссия, но я вижу то, что, ребятки, у нас достаточно денег, чтобы открыть себе какой-то рандомный скин, и мы с вами это делаем. Это у нас новый Хаги-Ваги. Также давайте возьмем вот это вот вознаграждение и погнали. Ой, как много монеток мы с вами здесь можем заработать. Целую кучу монет, ребят, смотрите, да мы будем с вами просто мега крутые богачи. Вот еще монеточки, естественно, собираем. Давайте постараемся не пропустить ни одну монеточку. Все, есть. Мы с вами забрали абсолютно все. А также еще какой-то бонусный сундучок. Давайте мы тоже разобьем. Вау, еще целая куча денег упала на нас, на наш счет. Давайте тогда будем дальше прокачивать нашего Хаги-Ваги. У нас уже все второго уровня. Давайте мы сделаем... Блин, я хотел сделать все третьего уровня, но случайно нажал, походу, на плей, и он побежал. Да, наша толпа побежала. Так, ну окей, вижу, ребяточки, здесь ключик. Я думаю, что за ключик мы тоже сможем с вами что-то прикольненькое открыть. И давайте поуничтожаем тогда этих противников. Ребят, я даже не знаю, стоит нам применять вот эту вот бомбочку, чтобы уничтожить вот этих вот Хаги-Ваги. Я думаю, что мы и так должны, в принципе, с ними разобраться, а может быть и нет, ребят. Фу, если бы не та бомбочка, ребят, я бы проиграл. Несмотря на то, что у нас было, ну, как бы больше бойцов. Ну, а вот и, в принципе, те сундучки, да, за которые мы сейчас заработаем кучу денег. Также миссия у нас здесь выполненная. И я вижу то, что, ребятки, смотрите, kill 3 босс и получи вот такую вот ядерную ракету. Нам нужно уничтожить 3 босса. Ребят, и мы будем мега с вами крутецкие пацаны с ракетами разными. Так, окей, давайте мы тогда следующие наши денежки, которые мы заработаем, а мы зарабатываем действительно очень много монет, мы с вами купим себе, ребятушки, новый какой-то скин. Потому что Хаги-Ваги это какой-то, ну, если честно, он похож немножечко на преступника. И мы, наверное, зря все-таки использовали нашу плюху для того, чтобы пройти эту миссию. Также мы, ребятки, впервые с вами доходим до сундука. Круто! Ребятушки, кто еще не поставил лайк, обязательно ставьте, потому что игрушечка действительно очень и очень крутецкая.
Так, хорошо, смотрите, какая у нас толпа этих хаги-баги. А еще мне очень сильно нравится то, что уровни здесь постоянно меняются. Так, у нас нет, ребятки, никаких бонусов, но я думаю, что этого одного босса, да, мы уже как-то с вами уничтожим. В принципе, без проблем мы это делаем. И берем, конечно же, наше вознаграждение. Смотрите, какой крутой скин хаги-ваги мы с вами открыли на 40%. И это какой-то замок, нам нужно нажимать вот сюда вот. И что это, смотрите, появляется армия из хаги-ваги, а также на нас нападают, ребятки, злые хаги-ваги. Так, нам нужно как можно быстрее наспамнить наших союзничков. Ребятки, спамним, спамним их. По-моему, что их должно быть, ребят, в два ряда, если я не ошибаюсь. Сейчас мы посмотрим. Еще здесь не хватает... Блин, смотрите, как они уничтожают наших противников, ребят. Ой, точнее, не наших противников, а наших союзников. Эти вот вражеские пареньки. Прям быстрее нужно, наверное, создавать нашу армейку. Так, давай, 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 мы должны с вами, ребятки, это сделать. Вот, блин, если бы, конечно, мы не создавали новых хаги-ваги, мы тогда бы с вами, ребятки, проиграли. К сожалению, но сейчас это победа. И это действительно очень хорошо. И я вижу то, что у нас на счету, смотрите, сколько бабла, ребята, очень много. 4000 практически без двух монет. А это значит, что мы сейчас с вами откроем себе новый скин. И это у нас вот такой вот розовый хаги-ваги. Ну окей, погнали тогда, ребятушки. Я специально не прокачивал способности нашего хаги-ваги, потому что, ну, мы и так, в принципе, выиграем, я думаю, без проблем этого вот босса. Тем более у нас здесь еще имеется дополнительная бомбочка. Я хочу как можно больше пооткрывать, ребятки, скинчиков. Действительно, здесь скин очень круто смотрится, и мне хочется открыть их все, но я не знаю, или получится, конечно, за одно видео открыть все скины. Но если я увижу, что эта игрушка вам понравилась и вы захотите продолжение, тогда я сниму, естественно, по ней вторую часть. Ну а как я сказал, давайте будем начинать открывать с вами другой какой-то крутой скин, и это скин Деда Мороза. А этот скинчик, смотрите, стоит 3000 монет, это вообще 4,5, а этот 6. Но давайте на следующий раз, вот после этой вот миссии, мы с вами откроем какой-то подороже скин, потому что, ну, вот эти вот, я так понимаю, простенькие скинчики. Так, и мы еще что-то подобрали, ребят. Это был какой-то щит. Я думаю, что мы сейчас сможем его использовать. Так, а, действительно купол какой-то, ребят. Нажимаем сюда вот. И что происходит? Мы в куполе, смотрите. Да, мы действительно были в куполе, и они не могли по нам стрелять. Прикольно, ребят, очень классная игра. К сожалению, нам с вами немножечко не хватит денежек, чтобы открыть себе вон тот вот крутой новый скин, поэтому нам нужно пройти еще одну миссию, и мы это сделаем. Но только я не уверен, что мы уничтожим с вами, ребятушки, этого босса, потому что у нас нет ни одной какой-то плюхи. Так, давайте, держитесь, пожалуйста, держитесь, моя непобедимая армия. И, к сожалению, наверное, ребятушки, нам немножко не хватило, совсем капелечку, блин, 6 здоровья осталось. Мы с вами снова отбегаем до конца, и я вижу то, что, ребятки, у этого паренька осталось 100 здоровья, на котором мы остановились. То есть 4 здоровья, но мы, естественно, очень быстро его раскромсали. И это, кстати, впервые на 9 уровне мы с вами не смогли расправиться с этими вот, с нашими противниками. Давайте мы, наверное, будем с вами как-то поаккуратнее играть и постараемся, ребяточки, не нажимать на вот эти вот кнопочки, но, к сожалению... А, ущищ, блин, я нажал на нее, ребят. Печально, но главное то, что сохранился наш главный герой. Еще вот камень раздавил там наших союзников. Я думаю, что, ребятки, мы сейчас не справимся с ними, потому что у нас нет никаких дополнительных способностей. И давай, давай, пожалуйста, я надеюсь на своего главного бойца. Я думаю, что он... Да, он, ребятки, грубо говоря, вытащил всю эту катку. Если бы не он, я бы сейчас проиграл. Это обычный хаги-ваги вот в таком вот, ребятки, жилете. Ну что ж, я, в принципе, думаю, что на этом свое видео я буду заканчивать. Но если оно вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Алексис. Всем удачи и пока!